Всех приветствую у тебя на канале. Ну что, гольф ездит нормально, все кроме подвески. Сейчас пока зиму не хочу делать, надо поменять, опорные подшипники на передних амортизаторах. Потом надо поменять две шаровых опоры. Доезжаю зиму и займусь этим ремонтом. Но вопрос у меня вот такой. Видите, у меня потолок, он гуляет весь. Он, в принципе, от старого хозяина, он какими-то закрепил его такими грибочками. И вот я решил, заняться, наверное, летом перетяжкой потолка. В общем, куплю ткань. И хотелось бы задать вопрос, кто этим делом уже занимался, то на какой клей лучше клеить. Я смотрел, на что клеит на 88-й, но не проступает ли он, если его мазать, и как его мазать. В общем, если у кого есть информация такая, подкиньте. Буду очень рад в комментариях. Вот. Ну и что еще раз? Всех, с прошедшими праздниками, с наступающими праздниками. Вот. Ну и хочу пожелать, чтобы вы не ломали, чтобы у вас машины работали нормально. Вот. Такое коротенькое видео. В принципе, ничего пока не ломается. Все ездит. Расход топлива у меня по средним показаниям 8, по-моему, и 5 сейчас. Даже в условиях зимы. Но зимой, конечно, езжу меньше. Зимой у меня получается 100-150 в неделю. Удачи я вам желать не буду в этом году. Удача — это такое мимолетное. Знаете, я не люблю слово «удача». Я хочу вам пожелать всем, владельцам этих машин и вообще всем автолюбителям успехов. Вот когда успехи, то их надо добиваться. А удача — это халява. Халява, она такая, за нее платить потом приходится иногда. Все, до свидания, всем пока.